Приветствую всех, я Наталья Невзорова, и сейчас мы с вами посмотрим, как работает тональная основа прикосновения безупречности. Я взяла для себя тон 304-24, тон слоновая кость, и, как обычно, мы снимаем пломбу, и вот сейчас наносим тональную основу. Совсем немножко нанесу. Получилось не так немножко, как хотелось бы. Смотрим, как работает эта тональная основа. То есть я начинаю ее растушевывать. Ну, небольшой такой желтушный оттенок появляется. Видите, она плотная по своей консистенции. Вижу, что содержит светоотражающие частицы, потому что сразу кожа такая становится светлая. Ну вот по сравнению с тональной основой V1, она немножко поплотнее идет. Та тональная основа более легкая по консистенции своей. И вот немножко та тональная основа дает более прозрачный эффект, чем эта. То есть если здесь, видите, тон я все-таки вижу на руке его. Хочу сказать, что если тональная основа V1 подходит для любого возраста, то серия Giordani Gold как раз предназначена для женщин уже от 30 лет. Эта тональная основа придает коже естественный тон и сияние молодости. И содержит увлажняющий комплекс, который предотвращает обезвоживание кожи и, как следствие, появление первых морщин. Поэтому вот смотрите, что мне понравилось в ней. Она матирует. Ну, то есть, видите, нету такого ярко выраженного жирного блеска, как раньше, например, давала тональная основа Adaptive. И вот разницу вы тоже видите. То есть, вот здесь граница как раз. И оттенки на коже заметны, что здесь немножко такой, ну, мне кажется, даже более розовый оттенок, чем слоновая кость. Вот если мы посмотрим, здесь у нас представлены, видите, оттенки и розово-бежевый есть, она вот розовее будет, нежный ванильный есть оттенок. Ну вот у меня вот этот слоновая кость, ну вот так, наверное, да, покажу. Где очень хорошо выбеливает кожу, то есть вот это я отметила. Ну, светоотражающий эффект не так заметен, как в тональной основе V1. Ну вот и что касается увлажненности, то кожа гладкая, но все-таки вот V1 по ощущениям мне понравилось больше, чем эта тональная основа. Ну вот я попробую теперь, как работают эти обе тональных основы на лице, и потом с вами поделюсь своими впечатлениями. Ну и при покупке новой рассыпчатой пудры, которая представлена здесь в каталоге, тональную основу вы можете приобрести всего за 299 рублей со скидкой 55%. Вот здесь написано легкая по текстуре, почти не ощущается на коже. Ну вот скажу, что немножко ощущение есть, ее присутствие на коже. Ну вот то, что все, видите, сейчас матирующий эффект очень хороший. То есть она практически не дает блеска. Можно использовать наверняка и без пудры.